Огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада представить вас на своем канале. Сегодня мое видео будет посвящено новинке от Браун. Это расческа для линейки Satin Hair с сиенизацией. Я вам расскажу свои впечатления от данной расчески, которую мне посчастливилось потестировать. Расскажу все за и против, которые существуют, по моему мнению. И если вам интересно, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Я сохранила тут саму упаковку от расчески, как она мне пришла, чтобы вам показать. Здесь производитель обещает нам больше сияния и гладкость волос по сравнению с расчесыванием обычной расческой. То есть производители компании Браун обещают нам уже после первого применения расчески волосы будут выглядеть значительно более блестящими и здоровыми. Что касается самой расчески, выглядит она как очень хорошая, качественная, обычная массажная расческа, но у нее очень достаточно тяжелая рукоятка за счет того, что вот как раз таки в этой рукоятке у нас здесь батарейки, на которых она работает. У меня сразу в комплекте с расческой шли две батарейки Duracell мизинчиковые. За счет того, что как раз-таки они здесь находятся в рукоятке, она и тяжелая. Вот. Сама расческа, сама вот эта вот насадка именно массажная, она снимается очень легко. И поэтому есть возможность ее промыть, просушить и поставить на место, что также очень-очень удобно. Также на рукоятке, ближе уже к самой расческе, находится у нас как раз-таки бегунок, который нам включает и выключает расческу. Когда расческа включена, она слегка шипит, и также у нее загорается здесь подсветка. Когда она включена, здесь открывается как раз-таки вот место, откуда вылетают те самые ионы, то есть должны вылетать, скажем так. Вот во включенном состоянии расческа. Сам бегунок, в принципе, достаточно плотно сидит, нет, скажем так, вероятности, что вы будете его туда-сюда дергать во время использования, будет то включаться, то выключаться, что тоже удобно. В общем-то, с самой вот расческой, самим ее внешним видом, скажем так, тем, как она лежит в руке, как она, собственно, расчесывает волосы, у меня никаких претензий нет, мне очень все нравится. Что касается именно действия на волосы. Я уже, когда мне она шла, собственно, когда мне ее отправили на тестирование, я решила прочитать отзывы об этой расческе, и очень многие девушки жаловались на то, что убирается объем. То есть волосы становятся, скажем так, висящими, необъемными. Мое мнение, что расческа убирает именно вот это вот, скажем так, пушковый волос, она его приглаживает очень хорошо. И она убирает вот именно такой объем, скажем так, за счет того, что волосы только что свежевымыты, и за счет того, что они слегка суховаты и топорщатся. И вот эти baby hair топорщатся. В общем-то, сказать то, что волосы становятся прилипшие к голове, я не могу, потому что, в общем-то, мои волосы, они не держат объем, их никак не поднять. И, в общем-то, единственный объем у меня на голове только за счет того, что у меня волосы густые, и вот, собственно, как они лежат у меня на голове, это все за счет того, что волосы сами по себе густые. Она у меня никак не убирает объем, она просто приглаживает baby hair, вот этот вот пушок, который вечно топорщится и зачастую портит укладки. Далее, следующий аспект именно воздействия на волосы. Мне нравится, как она воздействует на волосы, потому что она... Я не скажу, что она распутывает волосы, просто она их делает гладкими. Если вы сразу после укладки расчешете волосы, они будут более гладкими, более блестящими, они будут более правильно лежать в укладке, они не будут подниматься. Как раз-таки вот эта ионизация, она убирает статическое электричество, и волосы не становятся одуванчиком, что очень-очень актуально сейчас, когда уже наступают холода и морозы, потому что зимой из-за пониженной температуры, из-за повышенного сухости воздуха волосы начинают электролизоваться. Как раз таки эта расческа борется с электролизацией, что очень актуально, потому что вам не нужно будет использовать дополнительно стайлинговое средство, которое будет предотвращать электролизацию волос, вы можете расчесываться расческой. Эффекта именно как такой вот гладкости мне хватает на целый день. То есть у меня волосы не электролизуются весь день, когда я с утра расчешу расческой этой. Что касается именно того, что когда мне нужен объем у корней хоть какой-то после того, как я вымыла волосы, я просто расчесываю саму длину, я не трогаю корни. То есть если мне вот эти вот baby hair, топорщишься, все остальное мне нужно. Что касается именно придания гладкости волосам,
На моих волосах очень сложно заметить эффект, что они у меня становятся более гладкие, потому что у меня волосы от природы очень гладкие, очень блестящие. Но я протестировала как раз-таки на людях, у которых волосы более сухие, матовые. То есть я тестировала на своем молодом человеке, я тестировала на маме. У них волосы по структуре немного другие, более сухие, более матовые. На них эффект именно более гладких волос, более блестящих волос, вот этого сглаживания чешуек и реально здорового блеска волос, этот блеск здоровый появляется на волосах, выглядит очень красиво, и они выглядят визуально здоровее, более гладкими, более красивыми. С этой точки зрения тоже на волосы есть положительный эффект, то есть это не просто рекламный трюк, что волосы ваши будут блестеть сильнее. Что касается именно такого долговременного воздействия на волосы, что мои волосы стали здоровее или нет, я не могу сказать, что волосы мои стали как-то намного лучше. В общем-то, мне нравится именно, что волосы более гладкие, более ухоженные, я меньше трачу времени на то, чтобы бороться с электролизацией волос, я меньше времени трачу на то, чтобы расчесать кончики, они меньше путают. Я не жалею, что эта вещь попала мне в руки, что мне ее удалось протестировать. Ощущения только положительные. Единственный минус, который я вижу, что, наверное, если бы я сама за свои деньги покупала бы за 1800, там порядка 2000 в магазинах сейчас, то, наверное, бы, конечно, я бы не то что расстроилась, но я бы изначально очень-очень долго думала насчет покупки этой вещи. Но я считаю, что с точки зрения именно как подарка, это отличный подарок женщине, которая ухаживает за своими волосами, девушке. Поэтому, молодые люди, если вы смотрите мой канал, я думаю, что это будет как идея очень неплохой подарок на Новый год, допустим. Потому что вещь классная, вещь очень реально работающая, ухаживающая за волосами. Волосы очень хорошо выглядят после этого, волосы выглядят здоровыми, ухоженными, дорогими. Поэтому, как вот реально подарок кому-то из женского пола, я думаю, что это очень классный подарок будет. Так что присмотритесь как вариант. Только потому, что многие девушки просто не решатся, наверное, сами себе купить такую вещь. У меня очень-очень положительные, конечно, впечатления, как я уже сказала. Все классно, очень классно работает, это действительно, я изначально думала, что вот вся эта ионизация, все вот это вот, это как бы рекламные ходы, но сначала я купила от Ravento фен Respectissim, там у них тоже есть ионизация, там есть система сохранения влаги в волосах. И действительно, этот фен отличается от тех фенов, которые были у меня до этого. И сейчас, когда я уже стала использовать вот эту расческу, я поняла действительно, что волосы меньше электролизуются, то есть убирается вот этот вот эффект одуванчика. Волосы более гладкие, более здоровые, лучше смотрится укладка, лучше волосы укладываются. Также сразу хочу предупредить, ни в коем случае не стоит расчесывать этим прибором волосы мокрые, только после того, как вы их полностью высушили, дабы ничего плохого ни с волосами, ни с вами не случилось. Не, естественно, с расческой. Мой конечный вердикт, я очень-очень рада, что у меня теперь есть расческа от Brownette. Я очень люблю ей пользоваться каждое утро, я стараюсь расчесывать вот именно кончики, потому что у меня прическа гладкая, я очень люблю гладкость сейчас свои укладки, поэтому это просто незаменимая вещь. Мне очень нравится, поэтому всем вам советую я присмотреться к этой расческе, всем молодым людям я советую присмотреться как к подарку к этой расческе. И все, это все, о чем я хотела вам сегодня рассказать. Если видео вам понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно подписывайтесь на меня в Инстаграме, ссылка всегда есть в инфобоксе. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, пользовались ли вы данной расческой, понравилась вам она или не понравилась. Ваше общее мнение о фенах с ионизацией, о расческах с ионизацией, о других укладочных приборах с ионизацией. Чувствуете ли вы положительный эффект от ионизации во время укладки? Давайте обсудим все это в комментариях. Все, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео. Спасибо, что вы смотрите меня. Пока-пока!